Патрулируя улицу Орджоникидзе, сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который скручивал опоры фонарей. Он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции. В кабинете следователя 42-летний сочинец пояснил, что на преступление его подтолкнуло тяжелое материальное положение. В ходе разбирательства установлено, что данный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое, а также подозреваемый сознался в совершении ряда подобных преступлений. Металлические опоры мужчина планировал сдать в пункт приема металлолома. Одна стойка, по его словам, принесла бы ему больше 1500 рублей. Но вместо денег сочинец получил статью. За кражу возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.